Опа. Ну что? Что осталось сделать? Тут что осталось? Тут обварил его, здесь обварил, так что она будет надежна. И ну там, и что? Сейчас что надо нам? Прицеп делать. Ага. Ну маленько будет, тут смотрю вроде ровно делал, блядь, но маленько будет, не снерется. Никак это. Обварено везде. Вот что, Вова. Иди вот тут, смотри. Если это, или поеду к этому, лесенок Пашки, Емельянову, или к этому, к Васильеву. Ну, поеду это, в этим Вова. Умрунца. Понятно. И тогда бы. И надо у тебя еще там посмотреть, какие ерунды есть. У меня это же есть, Вова. Тоже резать-то. Я тебе показывал? Ну. Вон там лежит. Сверху. Но надо все это вырезать, Вова, как под чем варить, а потом уже здесь поставить варить или как? Примерить. А, все это. Ну. Все. Открывай гараж давай. Собрался. Чем тащить надо? Кого? Чем тащить надо? Новый ножистов. Так, ребята, всем привет. 8 июля приехал начинать сено косить на зеленые луга. Поле называется Калижниково. Время 13.35, это 15.35, короче, 15:45. Вот. Одел новые ножи, сейчас буду косить. Так, смотри, стекло закрыть. Так, круг сделал первый круг. Пошел на второй круг. Отключаю гидравлику. Ставлю это все дело на запор, на замок. И все, включаю. Обкосил, съездил. Включаю четвертую, наверное, передачу. Трава хорошая здесь, жаловаться не буду. Тут
ложбинка, ржавец. Там где-то есть эта грибка, маленькая травенка. Перемешается, будет хорошо. Очень жарко, наверное, 30, а может быть за 30. Вот так. Заправил полный бак. Посмотрим, сколько. Ехал сюда 40 минут. Местами дорога хорошая. Местами разбитые. Вот так. Четвертая передача. 540 оборотов. Полный газ. Ничего не кошено. Коси не хочу. Чистое лицо. Ну что тут? Все цело. Все цело. Нормально. Так, ножи. Ножи целые. Так, что тут? Уже есть? Есть. А здесь? Здесь есть. Итак, ребята, скосил все поле. Ну, не все. Охват взял. Поле все большое, и хрен его скосишь еще за сегодня. Охват взял, скосил. Кошу. С поднятым задним стеклом, очень жарко на улице. Все, что летит, все летит в кабину. Налетело в кабину много всякой фигни. Вверх поднят. Сзади стекло открыто, чтоб протягивало. Конечно, кто-то скажет, что это можно заболеть. Но что делать, вот так вот, очень жарко. Очень жарко. Трава хорошая здесь на поле, еще раз повторюсь. Стали уже появляться муравейники большие. Муравейники очень большие. Трактор идет, косилка. Ух, только ух. Ну, короче, качкота уже начинает появляться. Хорошо, что в этом году заехал. Если б не стал в этом году косить, то, блин, тут была бы совсем труба. Тут мелкая трава.
Вот, маловато. Вот они стали появляться, муравейники. Там, думаю, что муравейников таких больших не будет. Ну, будет, может быть, где. Ну, вот, смотрите, куда нафиг. Вот. Короче, тут большие качкота. Косилка их проходит в лед. Вот так вот. Сейчас возьму, наверное, туда охват, так вот. Ну и буду от него плясать. Стало зарастать. Не косили здесь год или два. Тут вот косил. Короче, тут выборочно. Где-то косилось, где не косилось. Вот. Нуды много. Но очень жарко, ребят. Плохо, что нет в тракторе кондиционера. Вернее сказать, он с завода был предусмотренный, но мы сиденье выкинули, то заводское. Поставили свое самодельное. Вот так вот. Время. Начал косить я полчетвертого. Сейчас я скажу, сколько времени. Время без 15:06. Вот так вот. Вот так покос. Тут погода хорошая, это погода, трава хорошая, коси, коси. Вот так, что вот так. Трактор нагрелся градусов 65-70, я шторку открыл. Вот так вот. Ну нормально, в принципе, терпимо, но жарко, жарковато. Вот так вот. Тут никого нету. Вот. Это поле наше. Мы тут косили много лет. Потом тут плоховато стало с дорогами, перешли туда. Наводнение было, тут вот все затапливало, все это в воде было. Проехать нельзя было, ну и так побросали. Ну и так вот периодически, то косишь, то не косишь, вот. Можно туда податься, можно туда, туда. Ну у нас, вон там до кустов можно, еще там метров 400 или 500. Короче, вот так. Лишь бы техника не подвела и здоровье нас не подвело. Будем косить. Будем косить. Вот так. Сейчас еще отрежу охват. Охват прямоугольником туда, небольшой. Вот. И буду там косить. Можно туда податься, через ржавчик. Тут ржавец вот. Он сухой в этом сезоне. Ну а я туда сейчас возьму. Оставил. С собой, короче, не взял топора. И надо было кусты вырубать. Тут там, короче. Я просто ездил, вот оставлял такие эти прогалы. Потому что рубить. О, муравейники. Ножи кончишь. Мне ножи не очень охота кончать. Ну а топора с собой нету. Вот так вот. Топора с собой нет. Короче, все летит через заднее стекло. Ёлы-палы. Ну а что, куда деваться? О, бокс. Все летит сюда. Но зато в кабине более-менее спокойно. А если тут задохнулся бы, наверное, от жары. О, вот так вот, ребята. Без кондиционера. Задохнулся бы. Ну что, сейчас возьму еще охватик. Вот так вот. Охват возьму. Буду косить. Вроде жар начал спадать более-менее. 6 из 15:06 времени. Вот, если бы с утра с 9 тут, наверное, с 10 до 12 тут самое пекло было бы. Вот. Ну что, возьму еще охватик.
О! Взял охват, скосил. Здесь трава хорошая. Лучше, чем я там вначале косил. Здесь она больше, выше, гуще. Фу. Там ржавец, то есть ложбинка. Гужурчик, ну, нормально перемешается. Здесь грифка. Грифка это повыше. Бугорок где. Травенка неплохая, замечательная. Фу. Так. Время 7 часов вечера. Вот. Косилка. Так, что надо? Охват отрезать. Фу. Наверное, завтра приехать. Завтра, наверное, приехать покосить еще этот тут вот. Так вот, отрезать охват во всю длину. Ну, небольшой ширины. Проехать два раза. И завтра приехать. Или оставить. Или еще. Он парит. Хищник. Как его звать-то? Хрен его знает. Короче, кого-то поймал дальше. Тут в траве. Вот. Здесь трава тоже хорошая. Туда дальше идешь, пойдешь. Там она гуще. Здесь вот этот лог. Гужур. Тут тоже можно косить. Так вот отрезать, выкосить. Там и еще много. Так, наверное, сейчас я обрежу вот так вот. Проеду два раза и все. И поеду домой, наверное. Вот. Короче, взял охват, до туда его скосил. Вот. Вон там. Я думаю, что я сегодня скосил, хватит. Как это уберем, тогда можно будет еще подъехать и покосить. Вот так вот. А что накашивать зря? Какая погода будет? Хрен его знает какая. Свалить-то можно еще, только что хватит. Сейчас складываюсь, еду домой. Время 8 часов. Поехал домой.
разложился. Ремня отпустил на косилке. Все, поехал. Завтра не поеду косить. Пока это не уберем, не поеду. Ладно, друзья, на этом все сегодня. Всем удачи и пока. Ну вот, ребята, я и добрался до дома. Леонид Степанович там сейчас ворота не открывает.